540 рублей и стоимость сегодня этой плиты. И, друзья, это супер кит, потому что вот эта новиночка, это как раз таки объявляем сегодня открытие сезона дачной плитки. Да. Друзья, звоните, разбирайте, покупайте. Плитка на самом деле уникальная. Уникальная тем, что она экономичная, она прочная и она долговечная. А это все те качества, которые мы так ценим в электроплитке. Конечно, правда? И сегодня ты заметил, что я стейк приготовил именно благодаря вот этой электроодноконфорочной плите. И готовишь на своей, на вот этой черной? Потому что мне удобно. Одна конфорочка, очень легко, компактно, легко помыл. Тент с диаметром на 14,5 сантиметров, мощность 1000 ватт. Автоматически регулируется термостат. И посмотри, самое важное, вот этот вот регулятор, который позволяет мне самому регулировать температуру в кратчайшие сроки. Всего лишь один регулятор. Вы видите, друзья, на что приходится идти, чтобы цена была самая низкая. Мы даже экономим на электроэнергии для того, чтобы вам сделать уникальную низкую цену. 940 рублей за эту потрясающую плитку. Нужно брать. И, конечно же, все мы в преддверии вот этих вот дачных сезонов. Многие уже отправились на дачу. И многие понимают, что сейчас я приехал на дачу, а вдруг у меня газ в баллоне закончился. А вдруг у нас нету возможности будет приготовить то, что нельзя приготовить на костре. Вы берете с собой вот такую вот дачную плитку с собой. Прямо вот так вот взяли и отправили в сумку, куда вы захотели. И приехали на дачу, и не переживайте, у вас есть на чем готовить. А самое главное, это быстрое, удобное приготовление. Это абсолютный хит. Абсолютный хит, дачники, садовники. Конечно, те, кто у вас садовый участок, как называется? Нет, садовый. Садовники, хочешь называть? Друзья мои, берите, потому что... Опять рассказываю свою любимую историю. У меня у бабушки, когда они привезли баллоны вот эти с жидким газом, у нас была целая проблема. Я тебе говорю, была проблема, потому что мы просто превратились в первобытный общинный строй. С кострами на улице. То есть я только за косулей, что не бегал по лесу. И вот, друзья, я для этих целей специально подарил вот такую плитку. В следующий раз, когда произошла такая история, моя бабушка спокойно достала, включила в розетку, выставила нужную температуру и все. И потом отказалась от газа совсем. Вот она, настоящая экономия, потому что калькулируется. Это легко. Конечно. Сколько платим за вот эту доставку жиженного газа? А здесь 1000 ватт. 1000 ватт, вот обычный электрочайник потребляет 2000 ватт. Это половина от электрочайника потребляет. Вы представляете, какая экономная? То есть, Володь, мы с тобой знаем о том, что, во-первых, всегда у тебя с собой есть плита, на которой ты приготовишь, не останешься голодный, раз. Во-вторых, мы с тобой знаем, что мы сэкономим денежку, немаловажно. Ну и в-третьих, конечно же, мы получаем простоту использования, что тоже немаловажно. Мы с тобой видим, что у нас есть регулятор и автоматическая температурный режим сам регулируется. Что? А телезритель вот сейчас так посмотрит и скажет, ну хорошо, а долговечен ли этот ТЭМ, возникает вопрос. Естественно, долговечен, потому что при первом же поступлении, когда она приходит к вам домой, вы его сначала включаете, обжигаете. Да, надо пояснить, вот эта спираль будет абсолютно такая ярко-серебристая, как украшение практически. Но при первом включении она станет вот такой темной. И вы не пугайтесь, друзья, так должно быть. Дело в том, что материал спирали не хром, это специальный прочный сплав, который сам себя закрывает вот таким вот, слоем, который во-первых, сберегает спираль на долгое время, ну и не дает возможности ее повреждать, конечно, и так далее. Поэтому это так должно быть. Берите, разбирайте, друзья, долговечная, прочная плитка, экономичная плитка. И выгода сегодня 550 рублей. Это абсолютный хит нашего эфира. Итак, 1490 старая цена, новая цена только сегодня 940 рублей и 550 ваша выгода. Это фантастика! 56 уже продано. И мне подсказывают звонков все больше и больше. Не упустите возможность вашу плитку поймать. Мы в очередной раз зачеркиваем цену 1490. Была у нас когда-то такая. Новая цена и самая низкая 940. Ваша выгода 550 рублей. И больше шансов приобрести ее не будет. Поэтому торопитесь, дорогие. Конечно, торопитесь. Ну а уже тем временем, Владимир, смотри, какое чудо у меня здесь. Я для начала обжарил овощи. Сделал сегодня другой омлет. Другой омлет, да. Ну и, конечно же, я еще засыпаю все это сыром, и у меня здесь... Ой, слушай, это та же сковородка, которая у нас была предыдущим утром. Да, потому что я не могу от нее оторваться. Вот это фантастика. Она многофункциональная, удобная, а самое главное, хозяйки, давайте вспомним о том, что вы видели, у меня нету здесь плиты, у меня здесь ничего такого, чтобы где бы я ее помыл, нету. Я взял просто обычную салфетку, протер и дальше ее начал использовать. Очень удобное покрытие. Но...
когда ты готовишь на такой дачной конфорке, ты получаешь удовольствие вдвойне. А, вот так ты решил. Да. Друзья мои, я обращаю внимание вот тех самых владельцев садоводческих участков, где, знаете, такой участочек и одна сторожечка с электричеством, больше ничего нету. Вот это идеальный вариант, никаких подключений, ничего не нужно делать. Взяли с собой ее, вот так вот, ну, грубо говоря, вот так вот взяли подмышку и пошли. Пришли куда-то, распаковали, включили, и она готова к использованию. Это такая портативная кухня, можно так назвать. Да. Портативная кухня, потому что, на самом деле, вот эта плитка ничем не отличается от вот этой черной, которая такая модная, такая красивая. Раз что модностью и красотой. Нам это зачем на даче? Нам важно, чтобы цена была и экономичность. Конечно. Ну и давай еще раз напомним про характеристики. 14,5 диаметров – это именно вот этот сам нагревательный тент. Она очень прочная, металлическая, ее легко мыть. Мы с вами помним, что регулятор у нас есть здесь один, вы не ошибетесь. Если 5 – это максимальная температура, 1 – это минимальная. Конечно же, off – это выключено. Когда вы ее включаете и достигает она нужной температуры, она сама отключится. О! То есть есть регулятор температуры. Друзья, это вообще отличное свойство, индикатор. Это фантастика. Дело в том, что многие люди, особенно люди в возрасте, я всегда говорю, у меня в семье это вообще проблема, вы знаете, подвержены перепадам давления. Только стало на пару градусов жарко или холодно, сразу давление, сразу хочется прилечь, сразу плохое самочувствие. А представьте, что в этот момент у вас варится здесь компот, например, или же какой-то суп, и вы прилегли и уснули, ну так бывает. Потом просыпаетесь в ужасе от того, что я же забыла выключить плитку. Не волнуйтесь. Она отключится, а потом включится просто для поддержания температуры. Друзья мои, вот такая суперплитка, и уже 100 продано! Вау! Вы посмотрите, мы это фантастика! Друзья, торопитесь, просто абсолютный вау, абсолютный хит, и 940 рублей сегодня уникальная цена. Догадайся, как называется блюдо. Я не думаю, что ты сейчас мне назовешь ее правильно. Это скрэмбл. Это настоящий английский омлет, который приготовлен по уникальному способу. И вам, хозяюшки, я сейчас готов отдать этот рецепт. Все легко и просто. Для начала вы обжариваете овощи, дальше вы взбалтываете 3 яйца, немножко щепотку соли для того, чтобы они лучше бы заиграли и начали работать. А дальше, после того, как только схватилась нижняя поверхность вот всего нашего омлета, мы начинаем активно его перемешивать. Это настоящий английский рецепт, скрэмбл, и сейчас ты его отведаешь с сыром, с помидорками, с баклажанчиками, все это будет на этой плите домашней. Вот вы знаете, чем отличается просто повар настоящий от ненастоящего повара? Ненастоящий повар готовит яичницу с помидорами, а настоящий повар готовит скрэмбл. Да.